Глава правительства отметил, что все большее количество фермеров понимает, что без современной техники и новых технологий, а также развитой системы ирригации, сегодня невозможно развивать сельскохозяйственную отрасль. При этом Кику подчеркнул, что правительство будет продолжать помогать аграриям субсидиями. Мы из фонда субсидирования сельского хозяйства продолжим помогать в закупке техники и новых технологий. И я думаю, сегодняшнее мероприятие даст дополнительный импульс развитию модернизации сельскохозяйственной отрасли в Республике Молдова. По словам премьера, выставки являются эффективными платформами для диалога между сельхозпроизводителями, производителями и поставщиками оборудования, центральными и местными властями, а также учеными. Стоит отметить, что за последние 5 лет сумма субсидий в аграрный сектор составила почти 2 миллиарда леев.